напрасно пытался избежать столкновения. Авария произошла сегодня на улице Элеваторной во втором часу дня. По данным аварийного комиссара, черный Форд при перестройке с правого в левый ряд чуть не задел Део Матис. В попытке водителя уйти от удара, Матис развернула, и машина врезалась в десятку. После столкновения ВАЗ 2110 продолжил движение, наехал на снежный вал. Признал виновным водителя автомобиля Форд, так как он создал аварийную ситуацию, повлекшую данное дорожно-транспортное происшествие. Виновным данным ДТП. Согласно пункту правил 8.4, нарушение маневрирования при перестроении грозит штраф в размере 500 рублей. В то же время водитель ВАЗ-2114 на кольце по Раевскому тракту не пропустил маршрутку номер 48, которую поворачивал в сторону улицы Артема. На момент ДТП пассажиров в общественном транспорте не было. В результате аварии у легковушки разбита передняя часть. «Газель» получила незначительные повреждения. Никто не пострадал.